Друзья, всем привет! Привет, взрослые мальчишки и девчонки! На самом деле, возраст, ну, для меня, он только в паспорте. И для меня эта цифра сейчас не ассоциируется со старостью. Понимаете? 60 лет. Да. Клево. Прикольно. Смотрите, когда женщина смотрит на себя в зеркало, она видит красивую прическу, она видит свой красивый макияж, лоб, брови, такие глаза и так далее, и так далее. Понимаете? Она смотрит в зеркало, она радуется, ей нравится, как она выглядит. И от этого она получает отличное настроение на весь день. Ее все радует. А все ли, да? Ну ладно. Вот, на самом деле, это здорово, когда женщина, глядя на себя в зеркало, нравится себе. Она получает радостные, хорошие, положительные, позитивные эмоции. Это прекрасно. А вот радует ли ее что-то еще, кроме этого? Ну, надеюсь, что да. Надеюсь, что да. И эту женщину, допустим, радует каждый момент ее жизни. Это чудесно, это замечательно. У меня уже было видео по поводу, что лучше, чувствовать себя или выглядеть. И все-таки я пришла к выводу, что для меня намного важнее чувствовать себя. А по поводу выглядеть сейчас я расскажу. И представляете, насколько чудесно, обалденно и кайфово, когда я смотрю на себя в зеркало, я вижу свои морщины, я вижу свою обвисшую кожу, я вижу, что да, мне не 35. Да, я вижу, что у меня там обвисло, тут повисло. Понимаете? Я это все вижу. Но это меня не огорчает. Ну вот, надо сказать, что в моей жизни вот этого что-то еще настолько много, что, во-первых, желание выглядеть, скажем, в общепринятых каких-то стереотипах, да, у меня пропало напрочь. Потому что вот это что-то еще, это моя новая профессия, от которой я просто кайфую, понимаете? Мой фитнес, мои танцы, мое творчество. И вот этого что-то еще настолько завались, что мне даже просто некогда думать о том, насколько хорошо или, может быть, нехорошо я выгляжу в общепринятых каких-то стандартах. Понимаете? У меня свой стандарт. Мой личный. У меня своя личная индивидуальная реальность, которую я строю сама. И, соответственно, стандарты, те, которые есть в моей реальности, я устанавливаю сама. Я диктую то, что будет в моей реальности. Потому что моя новая профессия направлена только именно на это. Приносить людям пользу, помогать решать им проблемы, искать ответы на вопросы, которые их мучают в жизни, которые, в общем-то, может быть, их там достали. Плюс еще мой фитнес, мои танцы, это дает мне мало того, что ощущение, что я просто молодая, прыткая и бойкая, да, плюс еще я понимаю, что я своим примером мотивирую взрослых девочек и взрослых мальчиков, для того, чтобы в любом возрасте заниматься собой, заниматься своим телом, уделять внимание своему телу. Вот тогда ваш организм, ваше тело обязательно ответит вам взаимностью. И вы будете чувствовать себя намного лучше. То же самое касается моего творчества. Я занимаюсь акриловыми заливками, если вам интересно. Ссылки на все мои каналы, вообще на все профили, во всех соцсетях есть под каждым видео. Ну, по крайней мере, из таких вот наиболее свежих. Да, и вы можете, в общем-то, если вам интересно, познакомиться со мной чуть-чуть поближе. К тому же я планирую проводить прямые эфиры. Если, кстати, вам интересно общаться в прямых эфирах,
Мне, допустим, очень интересно. Вот если вам интересно, обязательно пишите в комментариях, я буду понимать, насколько это востребовано или нет. Я вообще-то ушла от темы уже куда-то вдаль. Так, о чем это я? А, да, о внешнем виде. Вот. Поэтому, когда я смотрю в зеркало, я понимаю, да, я понимаю, что я выгляжу не на 35, и я прекрасно себе отдаю в этом отчет. И до недавнего времени, в общем-то, тело как-то отзывалось не очень позитивно на мой внешний вид. То есть это меня огорчало, это меня расстраивало. Я пошла к своей коллеге, консультанту-реинкарнациологу, и мы разобрались в причинах вот этой реакции, да, в причинах этих эмоций и чувств. И надо сказать, это так на меня здорово подействовало, что я сейчас совершенно по-другому себя воспринимаю, глядя в зеркало. Я просто радуюсь от того, что я есть. Я радуюсь от того, что я жива. Я радуюсь от того, что у меня есть близкие люди, которых я люблю. Да я от всего радуюсь. Просто иду на кухню пить кофе, я радуюсь. Дорогие мои, от всей души я желаю, чтобы в вашей жизни присутствовала радость. Все время, всегда, каждую минуту. И тогда жизнь поворачивается совершенно каким-то другим боком, другим ракурсом, другой реальностью. Понимаете? Все начинает меняться. Радуйтесь просто от того, что вы есть. Радуйтесь просто от того, что вы такие. Потому что вы единственные во всей Вселенной. Такого же человека во всей Вселенной нет. Вы уникальны. Как всегда. Всех вас люблю. Всем пока.